Bro! Bro! Бро! Бро! Заходите, уроды. Сандали, иди сюда. Всем здорово. Сейчас мы будем... Мы возвращаемся к новым... К нашей старой рубрике, вернее, про лайфхаки тюремные. Сейчас будем показывать про вещи, которые будут полезны в тюрьме. И которые запрещены там, да? Так. Давай, допустим, представим ситуацию, что мы заехали в хату, да? Хата пустая. Опа, слушай, а ты откуда, дружище? Так, все, закрой рот, Клим. Что первым делом в хате по быту надо? Ну, чтобы была заточка. Заточка, да? Пикинг, вот мы зашли после шмона. Так, да. После шмона что у тебя? Шнурки забрали. Шнурки забрали, мы да? забрали самое главное. А ну сними. Где можно взять заточку? Опа. Дай, дебану. Снимите. Вот в таких туфелах всегда должна быть Опа, есть. Туфинакр. Сейчас. Они не дошмонали. Опа. Так они... Они же не знают. Они же не в курсе. Да они тогда не в курсе. Не, ну они же не будут ломать это, тебе. Ну да, как они давай, тебя... Давай, срывай. Хочешь этот возьми. Да. Любого сделай. Да давай тебя да, возьми. Не, не орите. Чтобы было понятно. В ту... Сейчас. Вот, а, вот он. Вот. Вот ступинатор. Вот такая вот штука в каждых туфлях советских, старых есть. Да, вот да, таких вот типов, которые заезжают в советских туфелах, вот таких остроносых, вы в этапе найдете валом. То есть в кроссовках их нету, а вот в туфелах... Вот это стальной ступинатор. Из него можно сделать прекрасную заточку, которая в хате будет... служить очень долго. Да. И внуки еще будут. Как она будет служить? Но это вопрос очень длительный. Просто затачивать об камень. Об камень можно в хате затащить. Об парапет на параше. Да, да, да. Мы, допустим, на прогулке можно выйти. Камешек чуть, найти. Да, да, да. Или там чуть-чуть. Мы сейчас пойдем во дворе. Одевайся, Клим, пойдем во двор, найдем камешек. Так, выходим, ищем. Ну что, нашел ты? Ну, а плитку тоже можно начать, да, так хотя вот, бы точить. Смотри, на. Смотри, тут... На, вот. Ступинатор, тут, да? Именно бомба, блядь. Да? Конечно. Сейчас я включу фонарик. Парапет. Угу. Да, ну как парапет, да, плиточка в этом. Так, просто что это долго. Ну, для начала просто. Начинаю обрабатывать. Этого, нам надо по-любому, чтобы ручечка была. Начинаем отсюда. С одной стороны. Просто, да. Просто обработай ее для начала. Просто начинаешь тереть, да, стенку? Да. И чтобы ее сравнять, чтобы она полностью сейчас красиво сделать на заточку просто. А где-то она просто где-то, ну, не сутки, но пару часов он поебаться. Зато будет хорошая заточка. Если в камерной, тем более, если... Вот что в камере делается руками, ебать, за день, оно будет вечное. А ну будет? Хорошо, а ручку мы покажем. Вот, вот о, уже идет. Давай, обрабатывай. Сейчас и. Это сейчас, чтобы мы до утра тут не сидели. Передок этот сейчас. Даже так бы надеть. Да вот зачем? Смотри, подержи. Подержи. Держу. Да, даже по чуть-чуть. Начинать вот здесь светить. Да, вот так да, так да. Посвети, блядь, ты уже набухался, сука, тебе нет. Перегар, что петуха, сука, старого. Я пью, перегар с самого утра. Подержи камеру вот так. Держу. Вот. Блядь, и посвети сюда, ну, чтобы видно было. Блядь, ну, встань, давай. Сука, как человек. Двумя руками, вот, я правильно беру? Блядь, плохое быдло, сука. Да, ничего, да потому что, нахуй. Давай. Так, свети сюда, блядь. Дятел, блядь. Все красиво, я красиво все снимаю. Все идет вот. И вот так потом обтачивать. И, ну, если, допустим, ее можно сразу, но это будет не то, что тебе надо. Тем более заточка, она всегда на человеку надо в тюрьме, во всех отношениях. Хлеб, ну, порезать, там еще что-то то. А когда делаешь ну, своими руками, это так ну, классно. И получается, что он хорошая вещь, она будет всю жизнь. А ты будешь по-любому обмотаешь красиво. Мы еще ручку сделаем тюрем, как у меня, помню, была. Тогда только зажигалки в тюрягу завезли, ебать, под крики-то у меня была. Да, можно, есть... можно не обязательно от крики-то, можно просто две планочки да. деревянные, почему, правильно? Почему у тебя не горит монитор?
Да, он не должен гореть. Он не тут. Должен. Горит, мигает красная лампочка. Ну, все правильно. Ну, не, блядь, пожалуйста. Вообще, тюряги, вот обычно плитки нету, блядь. Да, поэтому да. Вот такая вот поверхность, она идет там удобнее намного. Да, там чем это она здесь. И сверху, так можно хоп, встал. Не, ну здесь тоже можно найти, но просто сейчас темно, и мы делаем это. Ну, ну да, когда или когда на транзитку прыгать, ты понимаешь, что тебе надо долговатенько быть, да, ты что, ты ночь. Короче, на, точи. Точи. Так, оп, это ж надо, блядь, давай. Ты накатывай, будешь ебать, пару часов шо? Хуярить. Да, давай. Ой, братан, за то же выпил быстрее. Что такое, гомонизм, ты не... Давай, пиздуй. Так. Хочешь вот сядь на стол? Да я на тебя, я давай на тебя сяду просто. Пизду, я пока пойду кофейка выпью. Давай. Потом придем. Так, прошло уже два с половиной часа. Где Клим? Так, Карл, куда побежал? Так, а где Клим? Клим! Где ж Клим? А, ты тут? Я думал, ты на улице. Нет, тут же, ты же заебался. Ты камень нашел, да? Ну да, я пошел, ты же 3 часа уже намочило. Уже ну заебался. Да, мы начинали в 6:30, сейчас уже... А 3 часа я уже заебался. 10:30 сейчас. Да, я говорю, вот 3 часа. Ну и что, как продвигается? Ну смотри, сейчас... О, смотри. Нормально уже, я, блядь. У меня так... Нормально. Все, у меня будет шоу Попая вот эти. Вот, было, ага. А это так, да? Стачивать. Ну да. Ну, чтоб форму ножа принимала? Ну да, типа, чтоб как раз, смотри, там может на телефон, может где-то раскрутить, и даже как отверточку. Оно и так режешь, и отверточку сделал сразу, чтоб сразу он был и нож, и отвертка. Вот там такие вещи надо, а тем более, бля, они такие охуенные. А что, когда мочишь, лучше, блядь, стачивать? Лучше стачивать полностью. Вот он, получается, не мат, а он так охуяришь, и он, получается, вода... И камень, оно так стачится, смотри, одной вон... А где ты камень вырвал? Хоть не с брусчатки, да блядь? Да нет, там не даже. Ну, в принципе, такой камень можно и во дворике найти, да? И да, в тюряге. Кстати, вот такие на парапете да, они. Да, чик корпусного, там ты принесли такой камень. Чик баландера, ну, вот, принесли. Слушай, а может сделаем сразу ручку, а потом с ручкой уже будем доводить? Так будет прикольнее, ну, я так думаю. Я думаю... в принципе, можно, но уже... Ручку с чего мы будем делать? С зажигалки? Зажигалку, да. Есть зажигалка? Конечно. Ну, давай сразу сделаем ручку, а потом уже будет понятно. Так, шо, так как мы ручку делаем? Зажигалки. Зажигалки. Зажигалок, в принципе, вот. Валом, правильно? Да. Я... Они разрешаются, да, в тюрьме? Да, я просто отломал, чтобы ну, полностью, чтобы не бей там с ней. Теперь выкручиваем просто газ, ну, потому что он... Видел он за 3 часа, как Клим сточил, блядь? Не видел. Он твой. Слышишь, ты псих. Ты можешь вот так вот из тубля сделать хуйню такую и зарезать. Так вот, камень, блядь, и хуяришь. Камень точи, ну, да, он как точило. Ну, так вот, только вот так вот надо. Для, ну, вначале, чтобы обточить, да, а потом... Значит, туфли должны забирать, у них опасная... Нет, туфли не забирает. Ну, получается, в каждом нет. Туфле по заточке, 2 заточки, зашел человек, 2 заточки. Ну, да. Сейчас сделают в ручку с пластмассовой этой. Зажигалки. Да, и все, и можно, блядь, чикать. Но вообще это делается, чтобы резать хотя бы, чтобы хотя бы сало порезать можно было, чтобы хотя бы в камере. Хлеб отпилить, да. Да, и как-то, чтобы не как животными ломать. Чтоб вдруг... Ну ладно, хлеб можно поломать, а вот сало как ты поломаешь? Ну что, да, ну, не? Грызть его не получится. Тоже. Ниткой разве что и заточкой. Ну, да. Это первая заточка, что зэки делают. В принципе, я видел такие пера делают. С двух сторон я видел вот так вот обтачивают. Они как кинжал становятся. Затачивают, да. Ручку делают такую. И, блядь, можно хоть в горло, хоть куда-то. Ну, их же должны, если видят, забирать. Ну, конечно. В карцер сажают. После заточки в карцер, если попадешься, да? Да, если заточку у тебя найдут, в карцер посадят, отдай, конечно. Это я Ири нес, отдай, блядь, это угонный нож. Уже мастеришь. Да я еще подскажу. Так, а что надо, Клим, вытащить железные эти ну, все? Ну, вниз, чтобы газ сейчас вышел. Так это надо на улице делать. Да ладно, иди, блядь. Иди как раз покуришь. Сейчас из того газа. Так, я пошел, потому что мне... Забыл, я в сторону крутили. Сейчас иду. Вот так же.
Откручиваем, выпускаем газ, да? Что после этого делать? Сейчас. Потом сейчас. Это да, колесико, да, откручиваем? Блядь, как оно долго откручивается. Ну, он шипит же что-то. Ну да. Прикинь, нагреть ее надо, да, наверное? И вставить. Желательно, да, нагреть. И потом смотрите, ребята, вот так вот вставляем. Так, не, вот так вот лучше. Вставляем. Для чего? У нас будет маленький нож. Ну надо закапать, подожди. Ну так надо. Нет, так я же приблизительно показываю. Так что приблизительно? Надо нам полностью заточку сделать. Нет, так сделаем. Ну так, блядь, какой нахуй. Я показываю установку. Какую сделать. Такую же, я думаю, лучше будет. Сейчас просто закапываю. Смотри. Вот она уже становится хорошо. Да, еще надо замотать. А сейчас этим замотать. Ну, это был скотч, вот так замотать на скотч. Да какой скотч в тюряге, блядь? Ну, кульки, блядь, да, надо вот, резать. Да, все, я делаю кульки. Все. Сразу сливаю. Мы нагревали, вставляли. Да, нагреваешь? Но мне кажется, самое лучшее это, блядь, делаешь две палочки деревянные, вообще четко. Так это да, это самое лучшее. Ну это же типа как модно. Так давай две палочки внутри. Деревянные? Да. Смотри. Нам прием, конечно, кулек надо будет по-любому все равно. Смотри, как здесь затащил вообще бомба, отвечаю. Ну что, зажигалка тоже нормальная. Давай клеенку, да, вот, и разрежь. Сейчас я все сделаю. Разрежь. Это тюремный скотч, изолента. Режется да. пластами. Вот тем же ступинатором этим можно уже резать. Он чуть-чуть уже заточен. Давай неси сюда, распустим его, кулек этот. Грязноватый, блядь. Ох уж он там грязноватый. Зажигалка есть рабочая, чтобы накалить и приплавить? Есть жалко, да есть. Я уже его видел, только раз слабая, блядь. Вообще, держи бомба, отвечаю. Ну вот сюда подложить еще что-то, ну, да, чтобы оно намертво стояло. Здесь вообще не думал, вот здесь клеенка, давай я наставлю. Давай сделаем. Да нет, да не клеенка, надо какую-то деревяшку сюда. Да. Мы можем клеенку мне сейчас задавить, а потом подпалишь. Подожди. Они так себе говорят классно, честно. Я... Понятно, что говорят классно. Дырявую зажигалку ты. Ну да, блин. Мы с зажигалки. Он занят. Вот это желательно вырвать, конечно, было бы. Ну вот это вот. Давай, я докручу. Да подожди. Давай сейчас он пойдет. Охренеть, а это что, это супинатор? Да. Да? Да, вот она затачивает. Ну, можно хоть отрезать кусок сала, хлеба какого-то. Да, да. Но в тюрьме вообще ничего нет. Ну, потрогай камень за точилку. Да, я сейчас еще порежу. Да не порежешься, что ты порежешь. Ну да, отрезать можно что-то. Да, ну вот видишь. Раз. О, это как раз маленький, это знаешь для кого? Для Карла. Да, а то на собаке нападают бездомные, конечно, он будет с ножичком маленьким. Карл с маленьким ножичком. Да, но ступинаторы, они разные по длине бывают. Бывают вот такие вот, я видел, побольше. Короче, это самый такой, один из самых маленьких, так что в туфлях можно найти, что хочешь.
Кто бы мог подумать, да? Ну, я же говорю, я видел супинатор вообще вот так, как кинжал заточен. Так, ну вот, теперь у нас, видите, плотно стоит она. Надо дотачивать до совершенства можно, чтобы оно как мойка была, как лезвие. И, в принципе, вот такая примитивная заточечка готова сама по себе. Да, потом политики, в общем, да, такая бомба, она такая вещь, что... Потом еще. А я же, я говорю, ступинатор я видел подлиннее намного. Есть, это, ты понял? Это ботинка, короткие. В ботинках. Ну, ты видел, ну, какие, на женские размеры. А в ботинках они длинные, да? Да, в ботинках, в этих, он, ну, здоровый такой ступинатор. Он хай меньше, может, такой, ну, заточка хорошая. Это так чисто. Это сало, это маленькое. Это сало полезло так чисто. Тоненькие кусочки, а так... Ну, или отвертки для телефона. Да, а теперь можно уже дотачивать до совершенства. То есть, чтобы да. Она была острая-острая. Да, придумать там что-то еще может. Да что, зачем что-то придумывать? Не, ну, уже... Все-таки... Если есть наждачка, вообще потом довести, да. Чтобы она была как мойка острая. Наждачка она доводится, она потом идет. Ну оно и так камень хорошо наточил. За три часа глянь, ну, как изменилось. Я так уже сказали, ну, жизни не поверили, если бы не это, не сказали. Если бы не сам не сделал. Ну да, если бы не увидел, ты бы не поверил. Так что вот, держится, можете резать, дотачивать. Так что вот такой вот, кстати, да. Лайфхак, друзья. Лайфхак. Да, в следующий раз надо нам, Клим, все-таки показать, как строится, да, как можно с окон наладить дорогу друг к другу в камере, боковую. Боковую, да, служить. А ты умеешь в ружье делать, да? Ну, стрелять, контроль. Накрытый, конечно, два раза накрытый. Ну, понятно, что два раза. Мог тоже два раза накрытый был, а сам дурак дураку. Там просто не делаешь, одну делаешь. Потом вот это, важно вот эту хуйню сделать, понял? Колено само, вот ваза. И когда стреляешь, то вот сыграет роль колено. И все, у тебя такая вот ружбайка просто. Ну, с поворотом и все. А так уже, в принципе, дай яблоко какое-то. Дай. Сейчас порежем яблочко. Продемонстрируем. Ну, главное коленка, оно ж всегда вот накрытых. Сделаем колено, все вот разбирают, выкидывают, а колено нихуя. Колено оставляешь, чтобы было, блядь, бо оно надо по-любому. Ну, а вообще, ну, да. Ну, тут еще, у нас, знаешь, как вот ноги, а у меня вот один на 60-ке научился это, именно кидать. Что вот кидать? Именно, ну вот на бок, вот ты стоишь, ты научен на причал. Ну. Я беру такую вот херню, делаю, замахиваю и вот так, иду на запах, блядь, я так выгоднее, чем стрелять даже, да. В тысячу раз. Там ты берешь, ты руку высунул, тебе все. И за анборд, оно и полетит, ну, когда тебе надо. И руку, вообще... а если там куча всяких решек, блядь, ну, не открутить. Ну, смотри, мы же примерим, мы про жизнь нас знаем. Где ты сидишь, где я, сколько у нас минут, мы знаем. Я тебе вот на бок... Бля, лучше нас закинуть, отвечаю. Я когда вот накидал вот на ПЖ, мы были в 9-й хате, ну понял, на 60-ке ПЖ. Ну, мы сначала настреляли, потом на турки, были турки, они хуёво наловили, понял? Турки, на туре? Ну, там, блядь, такой, как турок, какой-то, ну, не по-русски, ну, базарить его дали на ПЖ, короче, приехал... А, это на Луганске на 60-ке? Да. Приехал, короче, он туда, блядь, ему проглючил, что жена ему изменяет. Он что делает? Он берет, убивает с двухсотки ее, сына. Они еще, сына убил? Сына. Ох, еще одного сына. Одного ранил. Там, короче, у него 2,5 барана. Едет, короче, а он сам в этом жил. Не в Обухово, а в Богуслав. И вот он едет на светофоре, идет к людям, стоишь в гозу слово, застрели меня, у меня там
три трупа, нихуя. Никто не видит, он ставит на двустолком под сердце, прикинь, и стреляет, и выжил, прикинь. Ему, ну, ему пожар в горячке. Так что вот такие вот страшные истории ну, рассказывает. А сегодня мы рассказывали, как в тюрьме из ничего сделать ножик со ступинатора. Да. То, что, в принципе, отшмонать не могут, что есть как... у каждого второго арестанта в туфлях. Ну и... Заходите, подписывайтесь на наш канал, узнаете много интересного о тюремной жизни. Фарту масти. Чигарап нау, посмотрите вы без своя. Здоровья вам! Ауе!